Мусульмане ведут строгий образ жизни. Спасутся ли они? Или же только христианство ведет спасение? И точнее православие? Или же это больше гордость говорить о том, что мусульмане не спасутся? Я отвечу на это таким образом. Мы должны с вами говорить не о том, кто из людей спасется. Вот меня сейчас спросите, Гитлер спасся или нет? Ну-ка. Да. Наверное, спас. Я не знаю. Не знаю. Нерон спасся или нет? Не знаю. Я знаю, что образ жизни, который он вел, это был ужасный. Кровопийцы там и так далее. Но как только вы спросите о конкретном человеке, молчу. Я могу говорить не о людях, а говорить о религии. Правильная ли эта религия? Правильная, то есть указано путь спасения. Вот об этом, да, мы должны говорить. И вот здесь со всей ответственностью заявляю, только православие дает правильный путь спасения. А мусульманцы говорить не хочу. Католицизм ведет не по тому пути. Это прелесть и заблуждение. Протестантизм – прелесть и заблуждение. Вы слышите? Но я никогда во веки веков не скажу вам, спасется ли Папа Римский, Бенедикт XVI, или нет. Не знаю. Первый в рай вошел кто? Разбойник. Вы слышите? Все. Как только это узнал, я сразу повесил себе замок на рот. Когда вы спрашиваете меня о конкретных людях, вот. Поэтому что мы о мусульманах не будем говорить? Знаем, что православие – это путь правильный и истинный. Все прочие пути не обладают этой истиной и этой правильностью. Вот так. Вот это очень важно.